Актер театра и кино 79-летний Эммануил Виторган и его третья супруга 57-летняя Ирина Млодик воспитывают дочку Этель. Девочке исполнилось 1,5 года. У актера уже есть старшая дочь Ксения Румянцева от первого брака и сын Максим Виторган от второго. Поклонники решили, что Эммануил и Ирина прибегнули к услугам суррогатной матери, однако женщина в интервью изданию 7.ру рассказывала, что родила Этель сама. По ее словам, у нее были проблемы со здоровьем, которые она смогла решить спустя 20 лет и подарить супругу девочку. Звезда «Дома-2» Колесниченко родила ребенка недавно. Актер поделился с подписчиками в Инстаграм семейным фото. На снимке родители запечатлены со своей малышкой Этель. В кадре девочка стоит с пустышкой. Видимо, родители пока не смогли отучить дочку от нее. Инстаграм @Эммануил_Виторган.